Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча калпатарвасча кипа синду бевача патитананг павуни бхавишна бибхьо наму нама мукан кароти вача ланг пангунг ланг хайтигирам ят кипа там ханг ванде парама нанду мадхавам бриндави тусиде бхипьяви кешвасвача шна бхакти паде деви саттваттвай наму нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам девиṃ сарасватиṃ вьясам тато жайо мудире саṅкиртане кришна катхопадеше гаурия патрасья пракасане ча садануракта гуру бхакти юкто бхакти прамодакша жагодварану Дейям сада парибхавагнам авиштадухам тетаспадам сива виранчанутам сараньям витаттихам панатопал бхавадипутам банде махапурушате чарунаравиндам ятпадапаллаванакачандамани чатая висфуриджитакамапигабхавадушвадарши Пурнануррагра-сасагра-сарамурти, Шарадхикамайкадакфамкароси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда, Сиаддвайтагададхарасивасади Гаура-бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда, Сиаддвайтагададхарасивасади Гаура-бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ломбита бхужау канака бодато, Шанкиртаной капитаро камала йотакшо. Вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно прияманаṅга мадапарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир жасвача бхакшаси Жасьясиде самбид Твам Нисинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Дургаме патиме андхасва скалат падгатера муху Шакипа жаштидане на санта ха санту авалам манам
Дургаме патиме андхасса скалат падгатирамху Шакипаджастиданена Шантаха Сантуху Аваламмбанам. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told, so long as we are in connection with Anantadev, Nityadev, Anantadev, Balaram, Гурю Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока у нас есть связь с Анантадевом, то мы можем жить спокойно и совершать баджан до тех пор, пока у нас есть умственная, ментальная связь с Анантадевом, то все хорошо. А в тот момент, когда мы отсоединимся, потеряем связь с Анантадевом, с Баларамом, то различные неудовлетворенности, различные проблемы, какие-то препятствия, жалобы придут в нашу жизнь, и мы потеряем свое положение. На самом деле весь наш баджан зависит от того, как обрести связь с Гуру, Вайшнавами и Бхагаваном. И на основе этого мы можем прогрессировать, но обусловленные души, они обычно теряют связь с Гуру, Вайшнавами и Бхагаваном. И нет гарантии, что они могут совершать идеальный баджан. И вот сегодня день в Ясапуджи моего Шикшагуру Шишилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа. И в соответствии с шастрами Дикшагуру и Шикшагуру, они не отличны друг от друга. И вот в соответствии с наставлениями Писания шастра говорится в читании Чаритамриты, мы можем найти то, что Дикшагуру и Шикшагуру, они не отличны друг от друга. Шрила Прабхупад, он объяснял, что Самбанта-гьян Дата-гурупад Падма, Абхидья-гьян Дата-гурупад Падма, они не отличны. Тот, кто дает нам знания о Самбанте, и тот, кто дает нам знания о том, как совершать баджан, они не отличны, и даже если разные гуру. А как достичь высшей цели, это называется прояджана татва. И вот тот, кто дарует нам сам бхакти-гьяну, и вот этот, в смысле, шикша-гуру и дикша-гуру, они не отличны друг от друга. Самбанта значит, сначала мы должны развить наши отношения с Вечным, поскольку не развив самбанта-гьяну, совершенную самбанта-гьяну для обусловления души, невозможно даже начать баджан. И вот когда я могу обнаружить мою вечную связь с моим Гуру Падмой, то, естественно, я могу начать совершать сева и в материальном мире. Муж, отношения жены, мужа или матери и ребенка, это автоматически происходит, что они знают, какая связь между ними, но относительно вечного, трансцендентного, это не так. Из-за влияния майи все обусловленные души, они чувствуют то, что это мой сын, мой ребенок, моя жена, мой муж. И вот из этих материальных связей они обнаруживают соответствующие обязанности. Матери не нужно изучать книги, чтобы обнаружить связь с ребенками, как слушать ему. Это автоматически происходит. И вот мать автоматически служит своим детям.
Муж служит жене, и таким образом это из-за влияния майи так происходит все души. Даже не только в человеческом теле, и можно посмотреть на животных, они тоже заботятся о своих детях. Все животные, они очень заботливы по отношению к своим детям. Это воля Бхагавана, хотя тигр может нас убить и съесть, но своих этих тигрят он не трогает. И вот из-за влияния майи обусловленные души могут обнаружить свою связь и свои обязанности, что им нужно делать. И вот в соответствии с этим они действуют. Но суть в том, что из-за покрытия майи мы не находимся в том положении, чтобы открыть нашу связь с Гуру Вишнавами. Хотя наша вечная связь с Гуру Вишнавами, она вечна, но все же мы не можем ее обнаружить. Из-за влияния майи мы забываем об этом. А то, что не нужно нам, то, чему не нужно следовать, не нужно делать, мы так помним. А то, что мы не должны забывать, мы забываем и в этом. Главная проблема, и вот в соответствии с этим правилом Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока мы не обнаружим нашу вечную связь с Вишнавами и Бхагаваном, мы не сможем начать подлинный баджан. Это невозможно будет. И вот после того, как мы обнаружим нашу связь с Гуру и Вишнавами, мы можем начать баджан. Я уже говорил, что мы можем начать какой-то предварительный баджан. И после этого мы можем начать садану, садан бхакти, какое-то начальное что-то. И потом, когда мы избавимся от анартх, мы сможем начать вот садана бхакти. И после этого, под руководством Гуру Вайшнавов, мы, когда избавимся от всякой связи с материальным миром, мы обнаружим нашу вечную связь с духовным миром и, оставляя тело, мы достигнем этого вечного мира. И вот сегодня день явления. Вьяса Пуджа Титхи. Сегодня день Гуру Пуджи. Но в Гуру Пурнима мы совершаем Пуджа Гуранге, а в день Гуру Пуджи мы совершаем потом Пуджа Гуру. Что такое Гуру Пурнима? Гуру Пуджа, общая Гуру Пуджа проводится. Есть две концепции. Первая — это Вьяса Гуру, вторая — Самасти Гуру, что вся Гуру Татва, она исходит из изначального источника. Если проследить, то можно видеть, что Баладев, он является в форме различных садгуру в четырех сампрадаях. И вот это общая Гуру Татва, все эти садгуру, Нибарка сампрадая, Мадва сампрадая, Рамануджа сампрадая, Вишну Свами сампрадая, все они авторитетны. И мы можем найти, там тоже есть садгуру. Садгуру, он должен быть, подлинный гуру должен быть, и если он есть, то можно наблюдать общее вот, поклонение всей этой общей Гуру Пуджи в день Гуру Пурнима. А в день явления конкретного гуру, конкретных садгуру нашего Гуру Падмы или еще какого-то подлинного гуру, мы совершаем вот эту индивидуальную Гуру Пуджу. Но все садгуру, вся эта единая, неделимая татва, единственная. Есть вот концепция в Ясти Гуру и Самасти Гуру, то есть индивидуальная гуру
Пуджа и общее. И вот Гуру Шастра. И вот Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать нам значимость Гуру Пуджи и Вьяса Пуджи. И поэтому в Шивасангане Шри Чайтанья Махапрабху начал Вьяса Пуджи. И вот Шри Чайтанья Махапрабху начал Вьяса Пуджи с помощью Шивас Пандита. И Махапрабху дал наставление Шивасу: Шивас, завтра в твоем доме, в твоем мандире мы будем совершать Вьяса Пуджи. И кто будет совершать Вьяса Пуджи? Шри Чайтанья Махапрабху. Он Верховный Господь, хотя Махапрабху, он сам Верховный Господь, Бхагаван Шри Кришна, он Верховный Господь, но все же мы можем сказать, что Кришнам Ванде Джагадгуру. Мы говорим Кришнам Ванде Джагадгуру, что Кришна, он изначально гуру. Но все же Кришна Бхагаван или Шри Чайтанья Махапрабху, они послали Нитьянанду в качестве гуру, поскольку в различное время, в различных ситуациях Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать, что какие-то преданные, они кланяются, приносят поклоны. Вот Гуранги, когда рядом находился Нитьянанда, Гуранги был недоволен. Говорит, что сначала нужно кланяться Нитьянанде, поскольку он олицетворение гуру. И вот Махапрабху таким образом хотел показать великую значимость гуру татвы. И мы в нашем годе обществе, у нас есть система Вьяса Пуджи, есть гуру пуджа и гуру пуджа. Как бы то же самое, что Вьяса Пуджи, но особенность того, что Вьясадев Госвами, он Шакти Вишватар. И Вьясадев Госвами, он разделил Веды, Веданту, все шастры. И вот Вьяса, значит, он разделился для нашего блага, поскольку обусловленные души в Кали-югу не могут изучать Веду, Веданту, они не могут все это переварить, но невозможно, это все океан. И вот в шастрах говорится, и вот шабда-шастра, шастра — это океан. И вот из океана, как можно вытащить жемчужины. И поэтому Вьясадев Госвами, видя плачевное состояние этих обусловленных душ в этом материальном мире, что они испытывают различные проблемы, у них нет никакой стабильности, нет веры. И они часто больны, их память очень плоха, не могут помнить даже недавние вещи. Вот Вьясадев Госвами, видя эти проблемы, решил разделить все шастры. И после этого наша Гурвага, как Санатан Госвамипад, Рупа Госвамипад, Джива Госвамипад, они вот Рупа и Санатана, эти шесть госвами, они изучили все шастры, извлекли из них суть и представили нам, буквально спахтали океан шастры и сделали сливки для нас этих шастр.
но все же их, то, что они сделали, это все же сложно, не так просто для понимания. Там очень высокая, сложная философия, и поэтому мы очень удачливы. И что Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, он более того, он сконцентрировал то, что в этих сандарбхах, он извлек суть из той сути, которую собрали шесть госвами. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, видя наше плачевное положение, он написал Джава Дхарму, Дашамал Шикшу, Дашамал Татву, Читание Шикшамрита, Махапрабху Шикшу, Намачинтамани, все. И вот он написал такие прекрасные книги, в которых содержится суть учения сложных философских доктрин. И вот Бхактивинода Тхакур представился таким простым, ясным способом. И если у нас есть Гуру Крипа, то мы поймем все это. Если нет Гуру Крипы, то что делать? Гуру Крипа, она очень важна. Без Гуру Крипы может быть множество книг. Если мы будем просто читать, сидеть, читать книги, то с одной стороны хорошо, с другой стороны этого мало. И вот Вишвана Чакравати говорит, хотя мы пытаемся, но все же без Гуру Крипы это невозможно понять значение, внутреннее значение шаста. Мы можем изучать книги, но понять их подлинную суть не каждый может. И в тот день я говорил, что когда Чайтья Гуру, находящийся в сердце, когда он благосклонен к нам, то вся Харикатха, все мы можем понять. А если нет Гуру Крипы, то как мы это все поймем? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, Прабхупад, наша Гурварга, они представили эту прекрасную философию в очень простом виде. И если у нас нет аппаратов, то мы сможем понять все это. И вот система Вьясапуджи была начата Шри Чайтанья Махапрабху, хотя мы знаем, что Гуру Пуджа уже была. Но перед Шри Чайтанья Махапрабху, когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, тоже была система Вьясапуджи. Шри Чайтанья Махапрабху, он вечен. И можно найти, что даже до явления Шри Чайтанья Махапрабху была система Вьясапуджи. Даже в Майявада, на поле Майявады можно увидеть даже Шанкарачарья. Он тоже хотел совершать Вьясапуджу, и к этому попозже вернусь. И вот Гуранга Махапрабху начал совершать эту Вьясапуджу в Шивасангане. Шри Чайтанья Махапрабху начал Вьясапуджу в Шивасангане, и Нитьянанда Прабху был назначен совершать Вьясапуджу. И с тех пор у нас есть система Вьясапуджи. И все в нашем городе, обществе, но наша система Вьясапуджи, это Вьясапанчак и прочее. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Адвайта Гасай, Шивас Пандит, Гададхар Пандит, это Панчатата Вьясапуджи. И вот Вьяса, он изначально Бхагаван, он явился в форме Вьясадева.
И вот система Вьясапуджи очень важна, и в соответствии с ней нам нужно поклоняться Гуру Падпадме. Вьясадев Госвами, он представитель Гуру, и все шастры, и поток знаний приходит к нам. И вот это Бхагават Парампара приходит к нам через Гуру Парампару. Если мой Гуру Падпадма, он не находится в гармонии с Гуру Парампарой, то мы не сможем обрести силу через него и знания. Если в нашей Парампаре мы находим, что наш Гуру Падпадма, в соответствии с нашей Парампарой, то тогда мы можем обрести силу. А если нет, то нет. Если через Парампару бывает, иногда Парампара обрывается, какой-то гуру недостойный падает. Не обижайтесь, но бывает такое. Например, и течет Гуру Парампара. Польза Гуру Парампары в чем? В том, что учение Шри Чайтанья Махапрабху приходит к нам в первозданном виде. И если мы не обретем учение Шримана Махапрабху через Гуру Парампару, то это значит, что это не Гуру Парампара нарушена. Если есть какой-то обрыв, то мы не можем обрести связь. Какой-то гуру, если падший, то нужно страдать. Это такие те, кто приняли такого падшего гуру, они должны найти достойного Гуру Падпадму, то даже больше можно сказать, если как чей-то гуру. Каждый ученик думает, что его гуру лучше остальных, уникален. Но так и хорошо, что если ученики будут думать о своем Гурудеве как о ком-то уникальном, но если научно посмотреть, например, мой Гуру Падпадма Мадья Матикари более низкого уровня, чем какой-то возвышенный вайшнав, и поэтому от него мы не сможем получить так много. Даже он, если не падший, а просто такого начального уровня, но в этом случае по разрешению нашего Гуру Падпадмы мы должны следовать более возвышенному Шикшагуру, который находится в Бхагават Парампаре. Нужно получить разрешение. И пойти к такому великому вайшнаву, как, например, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. И по разрешению Гуру Падпадмы можно пойти узнать нечто большее от более возвышенного Шикшагуру, но относительно выбора нашего Шикшагуру. И хочу сказать очень важное, то, что мы должны помнить, то, что мой Шикшагуру, которого мы можем принять как Шикшагуру, он должен иметь уважение к нашему Гуру Падпадме. Если он такой не любит, недолюбливается или ненавидит нашего Дикшагуру, то есть это неправильно, если наш Шикшагуру не долюбливает или там ненавидит буквально нашего Дикшагуру, то мы не должны принимать ничего от него. И вот в различных шастрах, как, например, в случае с Наротом Такуром, Локунатха Госвами дал разрешение Наротом Такуром, чтобы он принял Дживу Госвами Пада как своего Шикшагуру. И Шринивас Пандит, и Шринивас Ачарья, он ученик Гопал Бхатта Госвами. Гопал Бхатта Госвами послал его к лотосным стопам Дживы Госвами Пада. Also, Samananda Prabhu is a disciple of whom?
И также Шьямананда Прабху, он ученик. Горидас Пандита. Потом Хридой Чайтанья. И таким образом они все, смотрите, они все посылали своих учеников к какому-то более возвышенному Шикшагуру. Это естественно может быть так. Поскольку Шикшагуру может дать какое-то благо, какой-то духовный урок, Нарутам Такур, его Гуру Падпадма, Локанат Госвами, он Махабхагавата, Гупал Бхата Госвами, тоже Махабхагавата, и Хридай Чайтанья. И вот они следуют Бхагавад Парампаре. А если какое-то несоответствие Парампаре, то мы должны быть очень аккуратны. Если мы видим, что наш Гуру упал, то нужно принять подлинного садгуру Махабхагавату. Или если ваш гуру на среднем уровне или на низком, то нужно попросить разрешения у него следовать какому-то более возвышенному шикшагуру. И в этом случае мы можем обрести связь. Например, есть... Например, мы куда-то едем, и тут дорога оборвалась, или обрыв какой-то, или бездорожье, то надо объехать это место. Шрила Прабхупада. Вот можно увидеть в этом киртане. Здесь можно видеть последовательность Манта Парампара. А потом, ведь когда говорится вот эти слова, что Махапрабху не отличен от Рада Кришны, здесь Шрила Прабхупада хотел показать, что Манта Парампара не всегда возможна, она обрывается иногда. В этом случае нужно следовать Бхагавад Парампаре. И вот здесь перечисляется Гуру Парампара. Это Бхагавад Парампара. Бхагавад Парампара, она более практична. Вот сегодня утром я говорил, хотя мы можем следовать Манта Парампаре, но все же мы должны помнить, что в Манта Парампаре также есть нечто, да, важное. Неосознанно мы следуем Бхагавад Парампаре, хотя мы и Манта Парампаре следуем. Но Манта Парампара не значит, что нет Бхагавад Парампара. Они... То есть одно значит другое, но другое не значит одно. Манта Парампара значит Бхагавад Парампара. Манта Парампара, лишенная Бхагавад Парампара, невозможно, но Бхагавад Парампара не обязательно, это Манта Парампара. И вот в этом и суть. И вот сегодня Вьяса Пуджа, Гуру Пуджа, моего Шикша Гуру, Шрила Бхактивиданта Вамнагасе Махараджа, Шрила Прабхупад говорил, что сегодня день Вьяса Пуджи, и мы можем совершать Вьяса Пуджи. Шрила Прабхупада говорит не так. Вьяса Пуджа, Гуру Пуджа, значит, это регулярное действие ученика. Не то, что регулярное, а вечное. Каждую часть секунды ученик должен помнить своего Гуру Падпадму. Хотя, если внешне посмотреть, это Гуру Пуджа в определенный день, раз в году, в определенный титхи, все поклоняются Гуру Падме. Кто-то думает так, что каждый год, раз в год мы поклоняемся
нашему Гуру Падпадме, совершенному Гуру Пуджа, но для подлинного ученика он всегда думает, что Гуру Пуджа, она всегда вечно происходит в его сердце. Поклонение Шри Гуру всегда происходит в его сердце непрерывно. И в тот момент, когда он прекращает Гуру Пуджа, это становится причиной его падения. Поэтому мы непрерывно всегда должны помнить Гурудева, что такое непрерывная Гуру Пуджа. Кто-то думает, что для пуджи нужны цветы, благовония, еще что-то. Но и вот что такое непрерывная Гуру Пуджа, я хочу понять. Поскольку мы знаем, для Гуру Пуджи нужны цветы, еще что-то. И вот в чем суть непрерывная Гуру Пуджа, значит, наш даршан должен быть Гуру Даршаном. Что значит непрерывная Гуру Пуджа? Непрерывная Гуру Пуджа значит, каждую 6 секунд то, что мы видим, чувствуем, делаем, мы должны думать, что это все для служения Гуру. Все, что мы видим в этом мире, мы должны видеть это как то, что можно занять в служении Гуру. У нас должно быть такое Гуру Даршан, а не Майя Даршан. Есть два вида Даршана в этом мире. Первый Гуру Даршан — это такой тяжелый, значимый Даршан. Гуру Даршан. Мы должны видеть Гуру везде. Если мы делаем какие-то плохие деяния, в этом случае Садгуру, он все равно хочет спасти нас. Если, конечно, у нас есть связь и любовь к Гуру Падпадме. Даже если мы делаем что-то неправильно, а Гуру Падпадма хочет помочь нам. Шрила Прабхупад говорил, даже если вы окажетесь в аду, то вы увидите меня там. И Бхактина Такур говорит вот в одном из своих киртанов: я могу родиться как животное или птица на небесах или в раю, не столь важно, в аду или в раю, но не столь важно, главное, чтобы преданность была в моем сердце. О, Гурудев, я помню вас, благослови меня, чтобы я всегда помнил тебя. И вот Шрила Прабхупад говорит, у нас должно быть непрерывное памятование Гуру. Подлинный ученик, он всегда совершает подлинную Гуру Севу, все время совершает Гуру Севу непрерывно, даже когда он спит, ест, смотрит что-то, все это Гуру Сева. Не все могут поверить, конечно. Подлинный Гуру, подлинный ученик, значит, тот, чье сердце находится в полной гармонии с Гуру Падмой. И в этом случае наша еда, сон, смотрение на что-то, хождение куда-то, все это может быть в категории Гуру Севы, но кто понимает это и может понять. И вот мой Гуру Падма сегодня, день Гуру Пуджи, Веса Пуджи моего Гуру Падмы, но мой Гуру Падма, как я могу сказать, что он мой Гуру Падма? Сколько преданности у меня есть к моему Гуру Падме? Что я сделал для него, что я могу говорить, что он мой Гуру Падма, у меня нет права говорить мой Гуру Падма.
можете подумать снова и снова, сколько любви у нас есть к нашему Гуру Падпадме. Всегда и везде мы должны помнить, снова и снова, сколько любви у нас есть к нашему Гуру Падпадме. Это главное. Гуру Падпадма, кто-то говорит, что Гуру Падпадма любит его. Это естественно, Садгуру Махабхагавата. Он любит весь мир, он беспристрастен, он смотрит на все, как на своих друзей. Но главный вопрос в том, сколько любви у нас есть к нашему Гуру Падпадме. Я не заинтересован, что кто-то говорит, что его кто-то любит, что его любит Гурудев. Гораздо важнее выяснить, сколько любви у нас к Гурудеву. Это главное. Если у нас нет преданности Гуру Падпадме, то мы не сможем прогрессировать на пути Бхаджана Джива Пад. Сандарпа говорит, вот сейчас популярен изм всякий, капитализм, коммунизм и прочее, фашизм и прочее, гуруизм популярен, кто-то делится, вот он мой гуру, это ваш гуру, наше общество, ваше. Но это глупо, их сердце очень мало и скверно, как у какого-то как у краба какого-то. И таки, с таким умонастроением Харибаджа невозможен. Нам нужно расширить свое сердце до бесконечности. Мы должны расширить свое сердце до лотосных стоп Нитьянанды Баларама, до бесконечности. Иначе мы не сможем совершать Кришна Бхаджан, это не так просто. И вот с таким маленьким сердцем, с таким скуда умеем, Кришна Бхаджан невозможен. Суть Кришна Бхаджана — это наше чувство к Шри Гуру, сколько любви у нас есть к нашему Гуру. И у меня нет права говорить, что мой Гуру Падпадма, что сегодня день явления. Этот Махапуруш, вот этот Махапуруш Шрила Бхактивиданта Рамана Госвами Махарадж, он мой Шикша Гуру в подлинном смысле. И вот сейчас везде можно видеть разные организации, группировки. Каждый на себя что-то тянет. Такие скуда уме, все как-то пытаются отделиться друг от друга. И вот все заняты каким-то гуруизмом и прочим, они не могут собраться вместе. В то время как Весадев Господь уже написал, что в Шримад Бхагавата Махапуране первой части. И вот эта шлока приводится там. И в конце этой шлоки говорится «Сатьям Парам Дхимахи». Он приглашает всех, всех и каждого, если Госвами открыто, приглашает всех. Он не привязан к чему-то, он беспристрастен. Он приглашает всех, чтобы все приглашены. Приходите, и мы вместе. Мы будем медитировать, размышлять об этом Верховном Господе Сатьям Парам Дхимахи.
И та абсолютная истина, она одна и едина. Давайте объединимся и будем медитировать, размышлять о Верховном Господе. Он не говорит, что вот этот приходи, этот не приходи, нет, он открыто приглашает всех и каждого. Сатям Парам Димахи. Мы хотим быть руководимы той Верховной Высшей Божественностью, и поэтому мы хотим быть под контролем чистых преданных. Мы смотрим на Гуру Падпадму, пытаемся предложить цветы ему, но что такое Гуру Даршана? Если у нас нет подлинного Даршана, мы видим какого-то человека, который похож на нас, что он ест, спит, устает. То есть такое, если мы видим Гуру как обычного человека, то тогда наш Харибаджан невозможен. Гуру Даршан значит, Гуру Дев не отличен от Гуру Падпадмы. Вот сегодня утром я говорил, что в тот день, когда вы осознаете, что Бхагаван и имя Бхагавана не отличны друг от друга, в тот день, когда вы осознаете, что Гуру Падпадма и Бхагаван, они не отличны друг от друга, то тогда вы сможете произнести чистый харинам. Не перед этим вы можете, конечно, попытаться повторять лакхи святых имен. Это не столь важно. Главное, то, что мы не можем повторить чистое святое имя в тот день, когда мы поймем, что Гуру Падпадма и Бхагаван, они не отличны друг от друга. Когда я обнаружу, что Ваман Госвами Махарадж, мой Шикшагуру Ваман Госвами Махарадж, он внутри сердца Кешава Госвами Махараджа. Когда мы увидим, что Кешава Госвами Махарадж находится внутри нашего Гурудева Шридхара Госвами Махарадж, он находится внутри, не отличен от нашего Гурудева, мы увидим, что все подлинные садгуру, они едины и не отличны друг от друга, то это будет зеленый свет на нашем пути. Тогда, когда мы осознаем, что Харинам и Харинам Прабху не отличны друг от друга, тогда мы сможем повторить подлинный Харинам. И повторяя подлинный Харинам, мы можем обрести возможность достичь вечного мира не перед этим. И вот, когда я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Вамана Госвами Махараджа, когда я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Вамана Госвами Махараджа, будьте уверены, что наши Пушпанджали, несомненно, дойдут до лотосных стоп моего Гуру Падпадмы. И это зовется подлинный Гуру Даршан. И этот Махапуруш, этот возвышенный преданный, тот, кто обрел полную милость Шрилы Прабхупады, но все же он никогда не говорил о себе как об ученике Шрилы Прабхупады. И вот он в малом возрасте, в 8 или 10 годах, и вот он учился в школе Бхактивинода, и вот он приехал сюда с этой с бабушкой, чтобы совершать парикрама, Говардхан парикрама. И после Говардхан парикрама, когда закончилась
он не захотел уходить. Почему? Обычно дети хотят домой побыстрее. Но он не хотел возвращаться домой. Что это? Ну, поехали, нет, не поеду. И в итоге Винода решил, пускай остается, сказал, не хочет уезжать, пускай живет. Вы идите, поезжайте домой, я сейчас, если вы будете давить на него, он точно не поедет. Вы уезжайте, пускай он тут поживет какое-то время. Потом я расскажу, что домой надо вернуться, и вот он вернется. Но он не собирался домой возвращаться. Он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И все признаки налицо самого рождения. Он, его любовь к Гуру Вайшнава. И вот он обрел Харинам от Бхактисиддханты Сарасвати. Он получил Харинам, когда он пришел сюда достаточно давно. Он получил Харинам от Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Он дикшу должен был получить, но Шрила Прабхупада уже оставил свое тело. И после этого какие-то проблемы возникли. И по милости Йогамая какие-то проблемы возникли. И в обществе общество распалось, и это Саджан Севак Брамачари. Его звали Сантош, Саджан Севак Брамачари. И вот его звали Сантош, но Шрила Прабхупад дал ему имя Саджан Севак. И вот Саджан Севак Брамачари его назвали. Ну, в итоге Винода, Винод Прабху. Наш Винод Бихари, Кешава Госвами Махарадж, по ложному обвинению посадили в тюрьму. Не только Винода, и Винод Бихари тоже. Многих чистых преданных посадили. И вот, когда он был в тюрьме, кто... они там, естественно, тюремную еду не ели. Кто-то должен был готовить, приносить ее. Но кто может это делать? И вот Сантош, маленький мальчик, он плакал, что мой Гурупад Падма постится. Иногда они едят какие-то фрукты. Но кто будет им рис готовить чапати, никого не было. И вот этот мальчик плакал. Думал, что ничего не может дать своей Гуруге. И Кешава Госвами Махарадж Винода сказал, приходи ко мне, не плачь. И вот Винода был в тюрьме, а Саджан Севак стоял за забором буквально. И вот он дал ему мантру, дал дикшу таким образом. Вот так в тюрьме он дал ему мантру. Но тот был, видимо, за забором тюрьмы. И вот тот с великим энтузиазмом пошел готовить и делать все остальное служение прекрасным образом. Он не ленился, как мы с вами. Саджан Севак не думал, что мой Гурупад Падма в тюрьме, зачем? Зачем что-то делать, но несмотря на это, даже если его Гурудева посадили в тюрьму, он все равно понял, что он знал, что он Садгуру ни капли не сомневался. И во время Второй мировой войны Садхананда с вами, великий преданный Парамаханса, его тоже, ну, не в тюрьму посадили, а вот что-то похожее.
поскольку война была, вот на всякий случай всех немцев посадили куда-то, чтобы там, ну, под присмотром. И вот он жил так под наблюдением долгое время. Но это не значит, что он какая-то падшая душа. Это не значит, что он падшая душа. Он великий преданный. И таким образом, те, кто обрели милость Гуру Вайшнавов, только-только их сила даршан может быть открыта нам. И вот вскоре Винода и все другие чистые преданные, те, кто были в тюрьме, их освободили. И поскольку с этой тюрьмы и Винода послал Саджан-сева как адвокату в Миднапуре, сказал, что вот это от него, чтобы тот его сказал, чтобы тот судился на их стороне. Этот адвокат был очень могуществен, очень учен, но был сыном проститутки. Но несмотря на это, был очень умен. И вот Шрила Кеша Госвами Махарадж Винода, он сказал: «О, Сантош, иди к этому адвокату и скажи, мы передай все эти бумаги, пускай он на нашей стороне сражается». И вот он был очень могуществен. И в итоге они победили и их выпустили из тюрьмы. И с самого начала с Винод Бихари, с Кешава Госвами Махараджем, наш Саджан Сева Гурумачарья был с самого начала, со времен Шрилы Прабхупады, он принял Винода как своего гуру всем сердцем. И вот он принял Винода Кешава Госвами Махараджа всем сердцем во всей своей жизни. И во всей своей жизни следовал ему. И вот Винода однажды, чтобы проверить настроение, чувство этого саджан-севака, Вамана Госвами Махараджа специально, чтобы проверить его чувства, сказали: «О, мой брат Боги, иди сюда». Когда Шрила Кешава Госвами Махарадж назвал Вамана Госвами Махараджа братом Боги, тот плакал. «Почему ты плачешь? Вы проверяете меня». «Я по милости Господа получил Харинамат Шрилы Прабхупады, вы проверяете меня, называя братом Боги». Он хотел проверить, есть ли какая-то гордость в нем. А есть наоборот какие-то люди только недавно получили Харинаму Шрилы Прабхупады, полгода не прошло уже. Но Шрилы Прабхупады потом ушел, они потом хвастаются на весь мир, что они вечные спутники Шрилы Прабхупады. Но вайшнав может быть узнан, опознан только на основе вот одной формулы. И что это? И вот это шлока, то, что подлинный вайшнав, он не стремится к какой-то дешевой мирской славе, к славе, к противоположному полу. Если это не... И вот если этих стремлений нет в сердце ученика, то можно сказать, что он подлинный ученик, а тот, который стремится к славе, пытается за счет остальных как-то прославиться, это зовется майей.
подлинный проповедник никогда не говорит так. Подлинный проповедник не делает ничего подобного, поскольку ты Абибава, она естественно. Подлинный проповедник, значит, так как математика. Подлинный проповедник тот, у кого есть милость. Проповедник, значит, тот, у кого достаточно милости. Тот, кто хочет распространить эту милость. Проповедь не значит говорить какую-то сухую философию и собирать какую-то дешевую славу. Нет, проповедь значит, это когда милость Гурудева, она приполняет ваше сердце, вы хотите распространить ее. Если вы распространяете милость, то значит у вас есть Трианадапи, поскольку без Трианадапи Бхавы мы не смогли бы обрести эту милость, это все взаимосвязано. И вот Трианадапи Бхава, из-за Трианадапи Бхавы мы не можем потерпеть вот это такое плачевное положение этого мира, и это все взаимосвязано. Без Тринадапи Бхавы мы не сможем обрести милость Гуру. И вот Шрила Винода в итоге, в общем, ушел из Матха, ну так как тут после развала его. И он основал, вышел из тюрьмы, когда основал Гауди Веданта Самити в Калькутте на улице Бошпары. И Саджан Цвек Брамачари был с ним. Он все делал один. И в итоге они начали проповедовать, и после этого Кешава Госвами Махарадж принял саньясу от Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа. И после этого Шрила Кешава Госвами Махарадж, он получил землю. Вот в Тигари Паривна Удыпи, там основал Гауди Веданта Самити. Построили храм, началась проповедь. Но главное, его правая рука Шрила Кешава Госвами Махараджа был Шрила Вамана Госвами Махарадж. И с тех пор началась проповедь. И с тех пор не было такого разделения, никто не говорил, что это там мой храм, это ваши дети, отсюда вон. Нет, такого не было, когда начался Деванада Гауди Матха, был недостаток денег. Хотя Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он получил огромное количество земли. И вот он получил какую-то большую площадь этой земли. Там выращивали овощи, цветы. И Ваман Госвами Махарадж, этот Саджан Севак, он приходил сюда со своего храма пешком. И вот пересекал реку, приходил в Читани Гауди Мат, ходил в сад, шел в сад со своим. Собирал какие-то фрукты, овощи, цветы, но никто не возмущался, что вы сюда пришли, это наш мат, то ваш, что вы делаете. Потом приходил, собирал какие-то овощи, фрукты, в корзину поставил на голову и шел назад. Но сейчас, даже если кто-то просто в гости придет, то спрашивает, зачем пришли, что вам надо, идите отсюда. Даже если кто-то говорит о Шриле Прабхупаде, то многие недовольны. И вот их способность что-то усвоить, понять очень мала. Даже если сказать что-то из Сидданты Шрилы Прабхупады, люди уже чувствуют себя
плохо, а почему бы вам не сказать какие-то дешевые вещи, какие-то простые вещи, зачем что-то такое высокое говорить, мы не понимаем. И вот Шрила Ваман Госвами Махарадж говорил Бхарати Махараджу. О, Махарадж, что сказать? Я видел три поколения. Поколение Шрилы Прабхупады, потом вот его учеников и учеников тех учеников, но такого. Сейчас они очень отклонились. Если посмотреть по сути, то они хотят прекратить проповедь учения Шрилы Прабхупады. Поскольку если они говорят, то если говорить об этом, то их картина, плачевная картина их организации, она будет открыта всем, и поэтому они хотят как-то это прекратить, чтобы никто не говорил о Шриле Прабхупаде, но наш Гаудиаман Гаудисиданта, значит, Шрила Прабхупад, без Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады мы не хотим говорить никакой харикатхи, поскольку это будет не харикатха. Если кто-то не говорит о славе Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такура, то это их лекции не находятся в нашей парампаре. Это какая-то отдельная школа, отдельная организация, какие-то майвади. Даже таких людей вашнавами сложно назвать. А не майвади. Шрила Прабхупад говорил, что мы все в той или иной степени осквернены майвадой и отклонились от пути Гаудия-падме. Поскольку у нас мало веры в Гуру Вайшнава, нельзя сказать, что мы на 100% верим в Гуру Вайшнава. В Гуру Вайшнава, что такое баджан, что такое успех нашего баджана. Что такое успех нашего баджана, успех в баджане. Значит, наша вера в Гуру Вайшнава 100%. И вот наш ум не может понять. Наша вера, успех в баджане, значит то, что мы 100% верим в Гуру Вишнава и Бхагавана. И Бхактивинода Такур в своем киртане говорит Вайшнаву: «О Бхагаван, благослови, чтобы я увеличил мою веру в Гуру Вишнава, чтобы каждую часть секунды». И вот Шрила Бхактивинода Такур: «О, благословить меня, чтобы каждую часть секунды я увеличил свою веру в лотосные стопы Гуру Вишнава». И в этом суть нашего баджана. А мы хотим как-то развернуться от Гаудия-матхи куда-то, пойти в сторону. Из-за того, что мы майвади. Если мы не сможем следовать Гаупад-падме на 100%, то майвада, значит, что наше сердце скрыло майвада, иначе почему мы не чувствуем радости, находясь с Гаупад-падме, из-за того, что мы отклонились от его пути, осквернились майвады. И вот Шрила Прабхупад говорит: в начале всего, если вы отклонились от Гаупад-падме, Гаупад-падме, какая-то болезнь может возникнуть, и что это не желание кооперироваться с Гурудевом. Мы не хотим это делать, делайте сами. И практически я могу увидеть перед Шрилой Прабхупадой даже или какими-то гуру, какие-то ученики говорят: мы не можем это делать, сделайте сами.
Потом такие люди начинают соревноваться с Гурудевом. И вот можно видеть, что некоторые ачарьи пытаются конкурировать со своими гуру. И потом следующая стадия болезни – это противодействие. Пытаются как-то бороться с Гурудеву. В жизни Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати можно было видеть, какие-то ученики оставили Шрилу Прабхупаду, потом пытались как-то спорить с ним, писали какую-то ересь о Гуде Матхе. И как сказать, что они вечные спутники Гуру Прабхупады? Что значит вечные спутники? Вечные спутники, значит, те, кто пришли с Гурудевом и ушли, как Гуру Прасада. Наротам Такур, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Такур, они все спутники, хотя они пришли позже, но все же они все спутники Гуруаги Махапрабху. Те, кто очень способны, те, кто очень умны, сведущие в том, чтобы воплотить в жизнь желание Шри Чайтаньи Махапрабху. Те, кто могут воплотить в жизнь сердце Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, мы можем сказать, что они спутники. Иначе нет. И вот Ваман Госвами Махарадж, если я буду говорить о его славе, вы будете удивлены, ошарашены. Вы не можете понять, как это возможно. Что преданный может иметь такое терпение, как это возможно, что ты на дапи. Как это практически в жизни, его жизни было, сколько терпения, сколько смирения, но все же он никогда не возмущался. И вот он вот собрал эти овощи, фрукты, но все же, перед тем, как я хочу что-то сказать, когда Ваман Госвами Махарадж был в Шри Чайтаньи Матхе, из Шри Чайтаньи Матхе, какие-то преданные на Рахари Прабху спросил: «О Прабху, можешь ли ты в Чампахати пойти, чтобы что-то принести?» Да. И чудо. И вот он взял корзину, поставил себе на голову и пошел пешком достаточно далеко. Не чувствовал никакой жажды, голода, усталости, каких-то беспокойств. Почему? Поскольку они находились у лотосных стоп, Гуру Прабхупады на 100%. Они всегда пребывали у лотосных стоп Гуру Прабхупады. И вот когда Шрила Кешава Госвами Махарадж оставил этот материальный мир перед этим, только из-за этого мы можем сказать, что он был совершенным ачарьей. Он Шрила Прабхупад никогда не говорил, что ачарья не может быть выбран. Но в этом случае это неправильно. Это исключение. Шрила Ваман Госвами Махарадж и Кешава Госвами Махарадж. Могу привести тысячи примеров, их, то, что они пишут, их сиддханта, их слова, они все
идеальные. Единственная разница, что Кешава Госвами Махарадж говорил бы как-то более жестко, а Вамана Госвами Махарадж более мягко, более так сладко. А в остальном они не отличны друг от друга. И вот Ваман Госвами Махарадж говорил: «Мой Гурупад Падма сделал меня ачарья. Это указание Гурупад Падма, я должен исполнять его волю. Я думаю, что я главный слуга Девананда Гауди Матха». И поэтому Гурупад Падма занял меня в этом служении. Ачарья значит, кто, иногда кто-то говорит, что это мой храм, это ваш там. Но он такого никогда не говорил. Он думал, что это храм Бхагавана Гурупад Падма, а мы просто слуги в нем. А сейчас можно видеть, что некоторые думают, что это их храмы. И вот Ваман Госвами Махарадж начал действовать как ачарья очень эффективно. После Шрилы Прабхупады, если вы спросите меня, кто успешен, кто, в общем, чья проповедь была более эффективна, я должен сказать имя Виланды, поскольку у нее было множество прекрасных учеников, они были сведущие в Сиддханте, в служении, во всем, но в остальных местах не так. Не так. Только вот Девананда Гауди Матхи после Шрилы Прабхупады, и если посмотреть, то это лучший матх. Множество достойнейших людей присоединилось к Девананда Гауди Матху. Сейчас не знаю, что там, но раньше все хорошо было, и вот он начал действует как ачарья, никогда не оскорблял своих братьев Боги во время, даже во время парикрам. Гуру Мандал или Враджа Мандал парикрама, например, они шли куда-то говорить Харикатху, какие-то были братья Боги, он всех, всем предлагал что-то сказать на вот ту или иную тему. Он выражал почтение своим братьям Боги всегда. И вот он был очень прост, очень простосердечный в день. В Ясапуджи, в эти титхи, Ваман Госвами Махарадж, он уходил из храма, чтобы преданные не поклонялись ему. И вот он куда-то уходил в этот день, и потом на следующий день приходил только. Он был очень смирен. Никогда не, он был беспристрастен, никогда не делил учеников на бедных и богатых. Он ходил даже дома к очень бедных, нищих учеников без приглашения. Они как бы не могли его пригласить, поскольку очень бедны были. Потом, а он сам приходил. И вот Васами Шрила Мадхава Госвами Махарадж и Ваман Госвами Махарадж, они главные проповедники Васами. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж, Ваман Госвами Махарадж и вот Шрила Бхактивелапатита Госвами Махарадж, вот они широко проповедовали по всему Саман-Пулу джунгли. Но все же они вот множество прекрасных преданных пришли оттуда с Асама. Я могу сказать еще нечто особое. Однажды Ваман Госвами Махарадж отправился в Мегалая куда-то, на границу. И вот там была какая-то дхарма-сабха, тысячи людей должны были прийти, но
тот день начался сильный дождь. Все было полно воды, и Ваман Госвами Махарадж спросил своего брата Буги, что пойдем на проповедь, нужно говорить Харикатху там. Но все сказали, идите-ка без нас. Такой дождь идет, кто по этому дождю пойдет? Но Ваман Госвами сказал, да, дождь был. Но мы пообещали говорить Харикатху, пойдемте. В общем, все его сказали, что давайте без нас, дождь такой, никуда не пойдем. Ваман Госвами сказал, хорошо, я без вас пойду. Вот он задрал одежду и пошел, взял зонтик и пошел. И вот когда пришел, там было полно народа. Он даже не ожидал, что столько людей придет. Вроде проливной дождь, люди все равно пришли, чтобы слушать Харикатху. И вот Ваман Госвами Махарадж один говорил все время, поскольку никто кроме него не пришел. Из-за дождя люди были очень вдохновлены. Приняли прибежище у Ваманы Госвами Махараджа. То есть, если он что-то пообещал, то он делал, мы тоже должны так делать. Если какой-то дождь, землетрясение или еще что-то, мы все равно должны прийти. Вот таким образом множество чудес, великолепных чудес произошло. Потом была свадьба каких-то этих привидений. И вот он... Ваман Госвами Махарадж пошел в какое-то место, куда-то и поехали там. Последний поезд поймали, на предыдущий опоздали, вот доехали до какого-то удаленного места. И вот они поезжали какую-то свадьбу, там видно свадьба какая-то была, много света. И тут увидели они Ваману Махараджа, сказали, о, саду, саду, пойдемте тут. Наш Пуджари куда-то пропал, поэтому давайте за него. Кто-то пытался как-то отказаться, но не получилось. И вот, в общем, пришлось ему идти. И вот Ваман Махарадж, ему пришлось участвовать в этой свадьбе. Потом ему организовали эту повозку лошадиную, дали множество фруктов, причем такие фрукты, которые не местные фрукты, но какие-то, которые не растут, только есть свежие цветы. И вот ему целую огромную корзину дали, сказали, спасибо большое, вы очень помогли нам в этой свадьбе. И вот Ваман Госвами Махарадж поехал. В общем, доехали до того места, уже поздно было.
сказали, что на поезд опоздали, вот на последний пришлось ехать, там свадьба по дороге попалась, не смогли от нее отказаться, пришлось им помогать. И вот сказали, что какая свадьба, там одни привидения живут. Но в итоге утром на том месте ничего не обнаружили, действительно одни привидения свадьбы было. И вот во Вриндаване, в Кешигате, во Вриндаване, один ученик Вамана Госвами Махараджа, он очень любил меня, он из Ассама. Паришананда зовут его, и вот он во Вриндаване жил, в то время изучал санскрит. И вот он в Кешигат поехал, и один этот призрак за ним увязался. Ну как бы его это не трогал, но беспокоил. Каждую ночь приходил в комнату этого брахмачари, известная история. Женщина-привидение приходила в комнату брахмачари и как-то его угрожала, что скажешь, вот там, дай Бог, кому-то скажет, что я приходил, убью тебя. И вот тот переехал, этот брахмачари куда-то, там тоже начал приходить. Тот думал, что же делать. Спросил, что ж тебе надо. В том храме никого не было. Ночью, когда он закрывал храм, он только увидел на веранде, эта женщина сидит и плачет на лестнице где-то. Что ты плачешь? Ты следуешь за мной, следишь, что случилось. И вот этот брахмачари вынужден сказать какому-то саньяси, что вот эта женщина в общем, рассказал этому о каком-то саньясе, женщина привидение обозлила, сказала, убью тебя сегодня, зачем ты рассказала мне обо мне. И в итоге тот попросил прощения и сказал, что ж тебе надо, как ты тебя спасти. И вот тот сказала, что если ты дашь мне Чарамриту, а муж стопы чистого преданного, тогда я могу уйти. Как в случае с Рамануджачари. И там тоже был в Мадурае какое-то привидение. И царь сказал, хорошо, я тебе принесу воды. А муж стопы Ядавачари, а то сказал, да ты шел, давай. Тащи воду, обувши стопы Лакшмадеша, а там мне не нужно. И вот в этом случае также. И вот это привидение сказало, что ты дашь мне пыль, воду, обувши стопы чистого преданного. Где его найти? Вот какую-то воду могу дать, вот кого-то ачари. Нет, такое не надо мне, не хочу его называть. Сказала, что принеси воду мыши стопы Вамана Госвами Махараджа. Он сказал, что так он не тут, он в Бенгале, вот тут есть кто-то еще. Но нет, того не надо. И в итоге один преданный обнаружил, вот этот Паришананда вроде увидел воду мыши Чарамриту какого-то брахмачари, попросил его тот. Отдал этой женщине привидение, и вот она с тех пор ушла.
столько чудес произошло. Но я заинтересован в Сиддханте Шрилы Рамана Госвами Махараджа. Мы никогда не видели никакой неправильной Сиддханты или неправильного поведения, ни единого случая в жизни Шрилы Бхактивиданты Рамана Госвами Махараджа. Он был полностью следовал своему Гурудеву, его слова, его харикатха, его список, статьи, все идеально. И я вынужден сказать, что он не меньше, чем Шрила, он не меньше, чем наша Гурварга. Я вынужден так сказать, я не могу рисковать говорить ни о ком так. Только я могу сказать так, только о Шриле Бхактивиданте Рамана Госвами Махараджа. И вот Рамана Госвами Махарадж, он не меньше, чем наша Гурварга. Я имею в виду, можете, он не отличен от нашей Гурварги. Как наша Гурварга, он так сведущ в Сиддханте, он был энциклопедией всего Гаудия общества. Если спросить какую-то шлоку, о Махарадж, это шлука откуда? Тут сразу скажет, с 15, с 5 главы 15 части, например, он был наизусть множество книг знал. И мог сказать, откуда какая-то конкретная шлока. Он был великим преданным, мы должны помнить его. Шрила Рамана Госвами Махараджа, его Сиддханту. Он на Бенгале писал, на английском. Но его настроение обычно, он был очень смирен, он говорил, нет права говорить, давай дикшу кому-то. Я очень мал, мне, он никогда не говорил, что я знаменитый ученый, но его сиддханта была очень изящна, очень точна. Мы можем сказать, что она не отлична от сиддханты Шрилы Кешава Госвами Махараджа и не отлична от сиддханты Шрилы Прабхупады. И он написал множество книг, статей на Бенгале, столько протестных писем. И возможно ли это сиддханта без совершенной Гуру Парампара? Это невозможно. И вся слава Шрилы Рамана Госвами Махараджа, сегодня день его явления, моего шикшагуру Шрилы Бхактивиданты Рамана Госвами Махараджа, я хочу обрести его милость и ничто иное. Вот это объяснение первой вот шлоки, что этот путь очень опасен, скользок, множество колючек на нем, опасен. И в то же самое время мы слепы, чтобы идти по нему, и вот этот путь очень сложен, опасен, скользок. И вот мы и вот кроме милости Гуру Вайшнавов у нас нет никакой другой надежды. Шакрипа Джошти Дони,
Шокипа-джоститанино,